смысле жизни? Мой смысл жизни? Мне хотелось бы, чтобы все были счастливы, все были здоровы и счастливы, чтобы все могли увидеть именно красоту мира, что, проснувшись утром, можно было услышать пение птиц, увидеть, как распускается цветок, иметь какие-то планы на будущее, иметь желание, чувствовать, что ты любим, ты любима, что о тебе заботятся. И вот при всем при том, чтобы быть как бы маленькой частицей в этом мире, чувствовать, что ты крошка, песчинка, но в то же время понимать, что ты и сам этот мир. Потому что ты, и мир тебя обнимает, и ты обнимаешь этот мир. Отлично. Вам сказали, что я детский сад. Я так к жизни отношусь, на самом деле. Но почему же детский сад?